перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежда с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. У меня все хорошо. Шла на топ-стрейчинг, в итоге опоздала на свое занятие, можно так сказать. Наверное, нужно побольше погулять сегодня. Ну чё, как дела, рассказывайте? Какие новости? Так, как тут попасть вообще? Господи, что происходит? Какие новости у вас? Отлично. Супер. Притахчик. У меня все тоже хорошо. Кстати, я начала отшивать свою одежду. И пока что, совсем недавно, я запустила один костюмчик. Пока что один костюмчик. Вот. Так что, кто не в курсе, по-моему, я уже во всех своих сетях об этом говорила. Вот, так что, если вам интересно, информация у меня в профиле. Вот, залетайте, смотрите. Я полгода их готовила, не только их. Чуть попозже будет что-то еще. Юбочки, платьица, все дела. Ну, в общем, вот так. Я всегда мечтала заняться одеждой параллельно от музыки. Точнее, параллельно с музыкой. Вот. Но это еще не значит, что я ушла из музыки. Просто я решила поразнообразить, так сказать, свою жизнь. Так, Алибек Бакаров. Невоспитанный молодой человек. Что-то я болтала и пропустила все ваши сообщения. Короче, привет всем, Ставрополь. Астана. Как погодка так себе? Мне казалось, что в Астане всегда жарко. Творчество. Скоро выпущу. Короче, секрет. Не хочу рассказывать ничего. Но совсем скоро я порадую вас своей новой песней. Надеюсь, что порадую. Ну, я уверена, что порадую. Потому что я порадовала себя. Вот. Блин, не могу найти вход в торговый центр. Тут столько всего настроили. Белоруссия, привет. Псевдоним, мой псевдоним. Кейси. Кристина Саркисян. Привет. Так. Блин, вообще запуталась. Я хожу где-то в районе Москва-Сити. Вы не подскажете случайно, как попасть в Афимол? Поворачиваете. Ага. И прямо справа увидите уже. Спасибо. Ну, можешь не идти в Афимол. Так классно на улице, что не хочется сходить куда-то. Да я... Ну, я обожаю ходить по улице и вообще, в принципе, никогда себя не ограничиваю ни в чем в плане. И в торговый центр хожу, и гуляю, вроде... Пока на меня никто не накидывался, и я не боюсь, если что, я умею драться. Привет, Стамбул, Турция. Привет. Спасибо, ребята, я вас тоже люблю. Спасибо, что ждете. Спасибо, что верите. Я уверена, что я вас порадую. Так.
Илана, привет. Come back. Ребята, я никуда не уходила. Так, короче, начались эти вопросики все. Такие. Что касается лейбла, у меня закончился контракт 5-летний. И все. Все очень просто. Я никуда не уходила. Аппарат где? Свалить еще, короче. Хочется, чтобы еще покупаться. Так, кажется, я нашла Афину. Конечно, ребята, я занимаюсь музыкой с 6 лет. В лет 16 я написала свою первую песню. И, конечно же, я не то что занимаюсь музыкой, она живет во мне. Всегда. Большую часть меня, мне кажется. Я состою из воды и музыки. Поэтому я никогда не ушла, еще раз повторяю. Старые песни остаются старыми песнями. Не люблю смотреть назад. Альбом Джорджа Смит очень много. Люблю ее. Жаль, что я не могу послушать ее здесь. Привет, Ромашек! Ты поешь? Когда я увижу твои новые кавера? И вообще песни? Хочу много песен. Красивых много песен. Ох, спасибо за комплименты. Их я обожаю. Побольше, побольше. Oh. Да уж, я еще та. Блин, опять потерялась. А, вот. Оскол, привет, старый оскол. Скоро выйдет песня. Отвечаю на вопрос. Привет, Петрозаводск. Блин, как все войти? Работает вход? Да. А, ну-ка. Курица. Курица. Куриный мозг. Блин, видимо, плохо ловит. Все, я отключила Wi-Fi. Ребята, я вроде не блондинка, но делаю ошибки. О, смотри, танцует. Вот так. Оп, оп. Так мало танцуют. Хочу больше танцев. Так, я еще H&M. Я обожаю H&M. Омск, привет. Лучше видно. Привет, хорошо. Я не умею говорить по-армянски. Я только знаю, есть чем узумке с морана. И то неправильно, по-моему. К сожалению. Я просто... Короче, ладно. Не хочу на отвечать на этот вопрос. Барев, барев. Барев зэс. Ого.
Так, сейчас подождите секундочку, я пойму, куда мне идти. Да зачем сохранять? Аведик Давтян, какой же ты невоспитанный молодой человек. Ай-яй-яй. Господи, на вопрос, когда новые песни, я уже устала отвечать. Скоро. Очень скоро. Ассалим. Я гуляю. Ого, вот это прическа. Ого, вот это блонд. Ребят, я... Как бы вам так сказать, да не обидеть. Когда в мире что-то происходит очень грустное, я это переживаю внутри себя. Стараюсь никак не участвовать в обсуждениях в социальных сетях и так далее. Потому что мне кажется, что это показуха. Вот. Надеюсь, я никого не обидела. Ой, нашла свой магазин, кстати. Я одна, потому что я люблю ходить одна. Никого не ждать. Слава богу, мне попадаются приличные культурные люди. Может быть, мы просто говорим друг другу привет и все. Кажется, я пришла в магазин и пора потеряться. Блин. Так, все, короче, пошли одни и те же вопросы. Я устала отвечать на них уже, честно. Я вас всех обнимаю и желаю вам отличного дня. Гуляйте.